Подмосковье мое, Подмосковье, ты мой светлый и радостный край. Как люблю я тебя всей душою, и любовь ты мою принимай. Подмосковье мое, Подмосковье, с красотою березовых рощ, здесь в природе большое раздолье, нигде не найдешь. Это чуть ли не первое публичное исполнение гимна Подмосковья, которое написала мытищенка Тамара Трофимова. Сама я живу в этом крае, мне очень нравится Подмосковье. Оно действительно красивое, березовые рощи. И поэтому у меня создалось такое желание написать такую песню, чтобы люди видели красоту нашего Подмосковья. Слова Тамара Трофимова положила на музыку, некогда написанную советским композитором Эдуардом Колмановским. Мелодию подбирала сама, пригодились уроки игры на фортепиано, которые брала в детстве. Она хорошо улеглась и поется от души, весело, радостно. Мне нравится, и я хочу, чтобы люди тоже напели такую песню. Песня, воспевающая красоты Московской области, мытищенка решила популяризовать. А как проще всего это сделать? Принять участие в конкурсе «Наше Подмосковье», который призван поощрять таких активных жителей региона, как она. В свой проект поэтесса-любительница включила еще две песни. Одна из них посвящена любимой внучке, другая – отцу, защищавшему Россию и погибшему в год до Великой Отечественной войны. Задуманное Тамаре Трофимовой помогли осуществить единомышленники – артисты ансамбля «Патриот». К слову, они тоже решили принять участие в конкурсе «Наше Подмосковье». Снова весь фронт раскален от огня, лупят зенитки три ночи, три дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном. Эта песня – одна из тех, что вошла в конкурсный репертуар. Ансамбль «Патриот» за годы своего существования сыграл порядка 200 концертов, получил множество наград, в том числе 3 губернаторские премии. И вот снова в бой. В этот раз проект посвящен герою Советского Союза, почетному гражданину Мытищинского района, ночной ведьме Нине Распоповой. С ней руководитель ансамбля «Патриот» Валерий Ковалев познакомился в 2008 году во время открытия памятника самолету По-2. Мы сфотографировались на память, и с этого момента я начал уже более пристально следить за ее судьбой. Ну, жизнь она подтолкнула. За 3 года ушли 3 ветерана, которые фотографировались тогда, полковник Маслов, Нина Максимовна и мой отец. И вот я решил посвящать концерты и ее памяти, и всех наших родителей и так далее. И артисты ансамбля «Патриот», и Тамара Трофимова уверены, главное не победа в конкурсе «Наше Подмосковье», главное принять в нем участие и рассказать жителям региона, своим соседям, о своей любви к ним, родному краю, и попросить их о том же. Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа «День».